Тихая и простая в управлении швейная машина для домашнего использования с базовым набором строчек. Поговорим про электромеханическую машину Janome MX-77. Для начала посмотрим на комплектацию. В нее входит само устройство, 4 шпульки, вспарыватель, набор игл, рамки для петли, лапка для потайного шва, лапка для молнии, штопательная пластина, педаль и инструкция. Чехла в комплекте нет. Перейдем к корпусу. Он компактный, весит 6 кг. На корпусе нанесен симпатичный рисунок. Спереди находятся регуляторы длины, вида стежка, натяжения нити и рычаг реверса. Сверху ручка для переноски. Справа маховое колесо, включатель питания и разъем для педали. Приставной столик снимается для работы со свободным рукавом. Удобно обрабатывать рукава, воротники или брюки по кругу. В столике есть отсек для хранения аксессуаров. У машинки 15 швейных операций. Она делает прямые строчки и зигзаги, потайные, трикотажные, оверлочные строчки. Есть возможность сделать петлю, пришить пуговицу, вшить потайную молнию и сделать сборку. Функция реверса позволяет шить в обратном направлении, закрепляя шов. В отзывах отмечают, что машинка тихо работает и легко справляется как с тонкими тканями, так и с джинсами и шторами. Швейная машина Janome – простое и надежное устройство без лишних функций. Она тихо работает и способна выполнять основные операции. Такая машинка подойдет для начинающих швей и тех, кто иногда шьет для себя.